Мурманскую прогимназию номер 24 называют инновационной, и не напрасно. В коридорах образовательного учреждения работает беспроводной интернет, а на уроках информатики дети создают анимированные ролики. О том, чем еще примечательна гимназия для начальных классов, наш сюжет. Такой изо-студия выглядит последний год. В будущем ее ждет большая модернизация. Здесь установят интерактивную доску и совершенно по-другому организуют свободное пространство. Впрочем, на месте уютного кабинета для творчества когда-то и вовсе была спальня. Ведь прогимназия номер 24, которую специалисты называют инновационной, построена по типовому проекту. Мне, как отцу двоих дочерей, которые часто бывают в образовательном учреждении, где учатся дочери, мне было интересно посмотреть, как выглядит инновационное учебное заведение вот именно для самых маленьких школьников и для дошкольников. Конечно, впечатления очень положительные. Это заведение и это то место, куда хочется возвращаться. В кабинете, где когда-то проводили музыкальные утренники, ставили детские театральные спектакли, теперь учатся бальным танцам. Изменился и спортзал. Вместо привычных упражнений здесь школьники занимаются фитнес-аэробикой. Не думаю, что детишки обделены чем-то, все заняты. То есть, ну, на мой взгляд, все достойно. В прогимназии два компьютерных класса. Детей учат монтажу видео, созданию сайтов, и это в начальной школе. Например, сегодня на уроке основное задание – сделать анимацию на тему «Зимний Мурманск». Кстати, преподает эту науку тезка нашего губернатора Марина Васильевна Ковтун. Ну да, дают фору учителям. Иногда учителя обращаются за помощью к детям, а не наоборот. Но стараемся, тем не менее, помочь, да, узнать что-то новое, получить какие-то новые навыки, потому что понятно, что дети дома умеют рисовать в пейнте, умеют читать книги, умеют играть в игры, а что-то более продвинутое, более интересное, с этим у нас, конечно, возникают сложности. Вместо гардеробов про гимназию установлены индивидуальные шкафчики. Так свои вещи хранит большинство воспитанников детских садов. Но за рубежом они распространенные явления, даже в колледжах. А вот беспроводным интернетом может похвастаться не каждое иностранное учебное заведение. На сегодняшний день оборудование про гимназии не уступает никакой гимназии, ни одному лицею. Я думаю, на уровне высших учебных заведений оборудовано сегодня про гимназии. В 2016 году в планах капитальный ремонт ограждения, которое установлено вокруг учебного заведения еще в 70-х. Сегодня в прогимназии обучаются 260 детей. Ребята сначала поступают в подготовительные группы, а потом переходят в начальную школу.